Уверенный взгляд, четкий шаг. Вторая репетиция Байкал Fashion Week. Почти полсотни моделей уже несколько часов оттачивают фэшн-походку на подиуме. Внимание, набор моделей продолжается. Вы все ходите такие расслабленные. Вы должны вытянуться полностью. Спину, макушку тянем, да? Грудь на выдохе. Выдохнули, да? Животы втянули. Таз. У вас должен быть вперед. То есть попу назад не нужно держать. Создатели одежды и тонкие ценители моды поборются за звание лучшего и за право принять участие в престижном московском конкурсе «Русский силуэт». 30 дизайнеров уже заявлены на участие. В этом году будет не просто модный показ, а состязание среди кутюрье, Улан-Удэ, Иркутска, Читы и даже из Москвы. Организаторы добавили номинации «Старт. Этностиль в современной одежде» для тинейджеров и популярный сегодня «Спорт-фэшн». До 31 октября идет отборочный тур. Жюри решит, какие коллекции проходят в финал. В финале состоится 28 ноября в банкетном зале «Кристалл». И вот эти коллекции, которые пройдут в финал, будут показаны на данном мероприятии. А также в программе «Недели моды» будет еще один показ в торговом центре «Форум», где мы посмотрим коллекции других дизайнеров. Кроме того, в программе традиционное дефиле модных луков 2018-2019 от известных магазинов нашего города. 28 ноября. Банкетный зал «Кристалл». Байкал Fashion Week.